А в России с 1 сентября вступил в силу ряд нововведений. Так, в сентябре начинает действовать закон о выплатах по листкам нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет включительно. Отныне трудовой стаж родителей не имеет какого-либо значения, так как выплаты будут составлять 100% от среднего заработка. Также с 1 сентября в течение 5 лет будет действовать закон о гаражной амнистии, в рамках которой до конца сентября 2026 года россияне, которые пользуются капитальными гаражами, построенными до вступления в силу Градостроительного кодекса России 2004 года, могут получить бесплатно в собственный земельный участок, на котором находится их постройка. Речь также о гаражных и гаражно-строительных кооперативах. Помимо этого, автомобилисты смогут обжаловать через госуслуги штрафы, полученные при помощи камер видеонаблюдения. При наличии технической возможности жалобу можно будет оформить и через сайт суда. А еще с сентября на наших дорогах появился новый дорожный знак – фото-видеофиксация, который заменил уже действующий и может применяться самостоятельно, в отличие от своего предшественника.